Вот что у тебя за конфликт с владыкой Симеоном? Да? На чем это основано? Ты имеешь в виду Олега Анатольевича Зинкевича? Он мне не владыка. Угу. А вот кто он. Это? Местный глава? Да, местный руководитель одной из епархий. Епархии, да. Православной церкви, Украины. Да. Да, конкретно, да? В чем суть конфликта? Потому что это тоже было в Фейсбуке. Ты, правда, матерными словами его почему-то не обзывал пока? Нет, я подал на него в суд. А, на этом уровне ты в суд подаешь. Ну, а в чем конфликт? А вот на самом деле это загадка для всех, наверное, кроме него. То есть он, знаешь, как у Иммануила Канта вещь в себе. То есть он вылез и на официальном сайте епархии прямым текстом заявил о том, что я против Томоса, а может даже против армии, мовы та державности. Когда к нему пришли мои адвокаты и задали вопрос, а можно вообще объяснить, что вы имели в виду? То есть он отказался с ними разговаривать. Поэтому, ну, а тебя упоминал Симеон? Конечно, он сказал, что вот мэр, ну я же говорю, мэр против Томоса, мовы и державности. Мэр против. Да. Угу. Да. И вообще, типа, вот, ну, то есть, в общем, чуть ли не я, так сказать, государственный преступник. Причем, ладно, если бы он сказал это в частной беседе, а он это сделал официальное заявление и выложил его на официальном сайте епархии. Поэтому я хочу, чтобы он пришел в суд просто и сказал, где я это говорил. И предоставил хотя бы хоть одно доказательство.